Зульфия Абастанова из Карачаевска привезла на фестиваль две композиции, известные в свое время песни «Кукушка» и «Поднимись над суетой». Юная артистка очень любит петь и старается по мере возможностей принимать участие во всевозможных конкурсах. Говорит, что неважно, какое место займет, главное – показать членам жюри и зрителям, на что она способна. Я пришла сюда, потому что хотела попробовать себя и здесь тоже. Это все так же сложно, как и любая другая работа, просто я получаю от нее удовольствие. Показать на фестивале свои возможности в Черкесск приехали и опытные артисты, за плечами которых годы выступлений. Вокалистки ансамбля «Колхида» давно работают в хоровых коллективах, а недавно решили создать свою группу, которая украсила фестиваль «Драйв» грузинскими мотивами. Кстати, сами участницы этого ансамбля родом из Грузии, хотя давно живут и поют в Карачаево-Черкесии. Теперь они планируют поработать над раскруткой своей новой «Колхиды». Главное участие. Мы как не настроены, что первое место. Главное участие подарить людям вот это национальный чуть-чуть эмоции. Колорит. Я не знаю, донесли, не донесли. Надеюсь, донесли. Название фестиваля «Драйв» расшифровывается как достижение республиканских ансамблей и вокалистов. В этом году он проводится Центром народной культуры уже в 20-й раз. Главная цель его организаторов – поддержка молодых талантов. Все 30 участников «Драйва», прежде чем попасть на фестивальную площадку, предварительно прошли отбор на районных и городских кастингах. В тех жанрах, которые они сегодня выступают, нужно проявить не только вокальные данные, артистизм, подачу, внешний образ. Конечно же, компетентное жюри берет в расчет и качественные фонограммы, их запись, репертуарный план. По итогам фестиваля все его победители были награждены почетными грамотами, подарками и ценными призами от Республиканского центра народной культуры. Анета Дышекова, Давид Мирза, Архыз 24.